los puños del guerrero en hielo se transformaron. Fue en la calle donde algunos crecimos, estuvimos atrapados pero pronto salimos. Carnales, hoy sabemos que el camino es la victoria, y más que hacer deporte venimos a hacer historia. Listos estamos para la guerra, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Son solo rasguños para un guerrero, me checaron los guantes pero sí traigo acero. En esto se golpearé terrible como Abner Mares. Vine a ser una leyenda como lo hizo Mohamed. Lleve todo al ring de las esquinas, bulevares. Subieron los millares y ascendí los lugares. Desde morro sabía que tenía que ser el king. Поприветствуем представителя воинов Мехико, Милутин Станкович, седьмого ринга. Listos estamos para la guerra. Его соперник. В красном углу ринга представитель команды «Россия» Сергей Кольчугин. And his opponent in the red corner from Team Russia, Сергей Кольчугин. Поприветствуем представителя команды «Россия». В ринг поднимается Сергей Кольчугин. Уважаемые зрители, доставайте все флаги. Давайте приветствовать российского боксера. Кроме того, уже не обязательно беречь связки. Это заключительный бой сегодняшнего соревновательного дня, так что кричать можно на полную катушку. Первый раунд. Раунд 1. Yeah.
Итак, завершен первый раунд. Короткое интервью. Мы сегодня говорим не только со спортсменами, но и с деятелями науки и образования. Ректор педагогического университета Андрей Колесников. Добрый вечер. Как вам бокс? Добрый вечер, дорогие друзья. Очень хорошо, что в нашем городе появился такой прекрасный зал. И тут проходят такие по-настоящему прекрасные спортивные соревнования. Замечательное соревнование, замечательные ребята. Вот бы нам на факультет физической культуры таких студентов. А поскольку сейчас все вузы соревнуются в количестве зарубежных студентов, мексиканцы взяли бы тоже с удовольствием. Я сейчас потом... Спасибо вам большое. Я попрошу мексиканцев перевести на испанский вот это предложение в педуниверситет. Я думаю, они согласятся. А у нас второй раунд. Раунд 2. Итак, друзья, завершен второй раунд. Время нам побеседовать. И мы сегодня в основном говорим с нашими пермскими гостями. Но сегодня здесь не только они. Руководитель Межрегионального бюро Федерации бокса России в Сибирском федеральном округе у нас Иван Гордеев. Здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Как вам в целом праздник бокса? Удался? Здравствуйте! Красивый, откровенный бокс. Мексиканцы терпеливые очень. Наши парни молодцы. Обалденная атмосфера на трибунах. От сибиряков респект и уважение Пермь. Ура! Ура! Спасибо, Иван! Спасибо! Ну что ж, дорогие друзья, а у нас тем временем
Раунд номер три. Раунд три. Ну что, друзья, у нас перерыв и еще один гость, на сей раз из Тюменской области. Я надеюсь, что за перерыв у меня хватит время. Заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион России, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, президент Федерации бокса Тюменской области Евгений Макаренко с нами. Евгений, в двух словах, как сегодня бокс и коротко пожелания нашему спортсмену Сергею. Все супер. От Тюменской области огромный привет любителям бокса, пермякам. Не первый раз здесь находимся. Всем хотел пожелать удачи. Где Россия, там победа. И нашему Сергею удачи и победы. Спасибо вам. Спасибо, здорово. А у нас четвертый раунд. Раунд 4. Thank you.
Итак, друзья, завершен четвертый раунд. У нас заключительный перерыв. И заключительная возможность взять короткое экспресс-интервью. Руководитель межрегионального бюро Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе Петр Павлов. Петр Юрьевич, два слова. Я благодарю всех, кто присутствует в этом зале, за любовь к нашему виду спорта, за то, что пришли сегодня. Всем большое спасибо. Всего вам доброго. Любитель бокс. Спасибо большое, а мы все замерли в ожидании пятого раунда. Тяжелый вес, Минюдин Станкович, Сергей Кольчугин. Итак, пятый и заключительный раунд. The fifth and the last round. Итак, завершен пятый раунд, и мы все, конечно, замерли в ожидании результатов.
Итак, уважаемые дамы и господа, пришло время объявить результаты этого поединка. Ladies and gentlemen, now it's time to find out the results of this bout. Итак, первый судья 50-45. Judge number one, 50-45. Второй судья 50-45. Judge number two, 50-45. Третий судья 49-46. Judge number three, 49-46. Единогласным решением судей победу в поединке одержал. By unanimous decision, the winner is Сергей Кольчугин, Россия! Поприветствуем Сергея! Ну что ж, уважаемые дамы и господа, на этом этап Кубка мира WSB в Перми подошел к концу. Я благодарю всех любителей бокса, всех, кто пришел сюда, спорт.ком.